Первый низкопольный трамвай выйдет на улицы Одессы уже в этом году. Сейчас коммунальщики завершают работы по модернизации. Наш старый кузов возили в Киев, нам его модернизировали, делали дополнительную секцию с низким уровнем пола, и уже этот кузов мы полностью заново оснащаем. То есть там новая тормозная система, там будет новый салон полностью, то есть там новый тяговый двигатель, новые бандажи, новые тележки, все новое. Обычные пассажиры будут заходить в трамвай, как и раньше, по ступенькам. А для посадки инвалидов-колясочника в центре вагона предусмотрена специальная опущенная секция. Кроме опущенных секций, все тиристороимпульсная система, которая изготовлена на Украине, установлена на крыше вагона. То есть под вагоном, как таково, ничего не будет. Потому что низкопольный вагон не позволяет устанавливать электрооборудование и в том числе тиристороимпульсную систему под вагоном. Работы по модернизации трамвая обошлись городу в 5 миллионов гривен. Вскоре в Одессе появится еще один низкопольный вагон стоимостью в 14 миллионов. Его доставят из Днепропетровска. В следующем году планируется запустить еще 5 подобных трамваев. Ольга Китик, Марина Романова, Евгений Чменцев, Думская ТВ.